Привет, ребята, с вами я, Володя Страшный. И, ну, я еду на Фиате с работы. А в телефоне я уже показал пропущенный звонок. Ну, посмотрев на номер звонка, нетрудно догадаться, что последние три пятерки указывают, что это звонила транспортная компания «Энергия». Ну, значит, пришел подарочек ко мне от Сергея из Самары. И сейчас мы поедем его получать. А о том, что мы едем получать, свидетельствует вот паспорт мой приготовленный, лежащий на сиденье. Ну вот, едем. Время 16:30. И несмотря на трудный рабочий день, на душе светло и приятно. Сейчас посмотрим, что за подарочек пришел. Так что вот такие вот дела. Ну, дальше тут показывать вроде как нечего. В наши трудные времена вот идет строительство железнодорожного участка какого-то. Но это, скорее всего, тут все это связано со строительством Курская С2. Поэтому будем надеяться, что будущее у нашего города какое-то есть. Ну, надежда, в общем, умирает последней. В общем, чим. Снова еще раз звонок раздался с транспортной. Прям вот мучим. Ну, до нее осталось 2 километра. То есть пару минут, вот 35 минут. Я думаю, что мы будем уже там где-то рядом с транспортной компанией «Энергия». Вот. Подъехали. Ну, не через 2 минуты, через 3. Вон в тех елках транспортная компания. Идем туда получать подарок, посылку от Сергея. Главное, паспорт не забыть. Хотя дядя Володю Страшного в транспортной компании «Энергия» уже знают в лицо. Ну, потому что там есть представитель, который там работает. Он живет недалеко от Дениса. У нас тут час пик, сейчас движняк. Вон все наяривают. Ну вот, пришли, идем получать. Ну вот, подароночек приехал. Спасибо, Серег. Ну, правда, я еще не разворачивал, не видел. В общем, дома разберемся. Сейчас едем до дома, до хаты. Ну вот, ребята, мы в гараже. Сейчас я камеру установлю в мой любимый штатив. Закреплю ее с помощью моих двух подручных спичек и будем обозревать подарок от Сергея Сергеевича из Самары. И я вам расскажу кое-что о том, как возник этот подарок. Ну, значит, краткая предыстория всего этого, что повлекло за собой вот пришествию этого подарка ко мне из Самары. Ну, однажды вечером сидел я на ВКонтакте, и человек написал, попросил замерить диаметр перьев чизетовской вилки. Ну, на что я охотно согласился. Выбежал по-быстренькому на улицу в трусах, в одних, в труселях. Сделал замер с помощью штангель-циркуля вот этого. Ну, и отписался человеку. За что в знак благодарности человек снял видео, прислал мне ссылку, я его посмотрел, откомментировал, поставил
Лойс и человек, вот в знак благодарности, в видео рассказал, что вот такую эксклюзивную вещь отправляет мне. Такой ни у кого нету. Вернее, могла бы быть у Майкла Джексона, но уже нету. Увы, самого Майкла Джексона. Царство ему небесное, земля пухом. Теперь вот я являюсь единственным обладателем данного такого раритета, так скажем. Ну, если нету ни у кого, значит это раритет, да? Скажем так. А тем более, если он старинный, то раритет втройне. Так. Ну, вот я буду нежно, аккуратно открывать эту посылку. Дело в том, что если отправка стоила 180 рублей из Самары, то упаковка 90. Поэтому вскрывать будем осторожно, чтобы сохранить вот эту упаковку. Может быть, я кому-нибудь тоже что-нибудь отправлю прямо в этой упаковке. Сэкономлю 90 рублей. Бляха-муха. Ты, ребят, она вот под этой пленкой выглядит совсем не так, как начинает выглядеть без пленки. Сейчас она и тяжелее, кстати, становится. Пленку снимаешь, а вот пробка бензобака становится тяжелее и тяжелее. Ну, вот похоже на яловскую пробку, смотрите. Она хромированная. Ну а почему же она является какой-то эксклюзивной и единственной неповторимой, да? Ну, наверное, потому что вот здесь есть такая гравировка. Дяде Володе Страшному. Мото 46. Нифига себе. Ой, Сергей Сергеевич. Это, знаешь, я такое видел на кладбище, сука. Сука. Точно. Ай, блядь. Ну, это круто. Большое спасибо. Не, ну, таким шрифтом пишут на этих, на надгробьях. Согласитесь, ребят. Блядь. Ой, спасибо, вообще круто. Ребята, круто. Я вообще сегодня в очередной раз стал еще более счастливым. Я вообще такой счастливый постоянно. Сегодня стал еще более счастливым. Кто-то ко мне подъехал, пойду-ка я посмотрю. Ну, на этой веселой ноте всем спасибо, всем пока. А я так поскакал, как тыгдымский конь. Так. Короче, ребят, сбегал я и вернулся. Не ко мне приехали. Ой, ну, я просто вот... Можно было бы, да, закончить видео. Но я не перестаю восхищаться вот этой вот красотой, пониманием, что человек именно уважает меня, сделал мне очень приятный такой подарок. Ну, вообще, Серега, спасибо. Спасибо большое. Не знаю, как оно, видно, не видно там. Она еще напидоролена, вообще блестит так, вмятина. Возможно, это с аварийной, с какой-то явы. Может быть, тут кому-то и ноги, руки подломило, когда падали. Я шучу, конечно. Все равно. Ой, приятно, приятно. Придется поставить теперь куда-нибудь на мотоцикл. А лучше я себе, ребят, знаете как, я сейчас покажу. Этот как... Вот как мудальон. Знаете, мудальоны вешают. Я мудальон такой повешу. Ну, чтобы все знали, что это мне. Что это я. Что я такой. Блять. Вообще. Ух. Цасочка. А что, я возьму ее. Бензином пахнет. Ну, это даже хорошо. Я ее сегодня под подушку положу. Ну, теперь пока.